Цифровизация всех процессов – один из важных принципов деятельности Министерства лесного хозяйства. Зеленое богатство нашей страны – достаточно большой экономический ресурс. Однако все процессы вокруг него требуют четкого контроля и полноценного документа оборота, систематизировать который позволила единая государственная автоматизированная система учета древесины. В минувшем году программный комплекс проходил тестирование. А с января 2021 вошел в обиход сотрудников учреждения. Основание вообще для заготовки, для рубки древесины является лесорубочный билет или ордер. При выписке лесорубочного билета он дальше заносится в эту саму программу, дальше создаются склады, уже на основании этого в лесничестве мастера могут произвести учет древесины. То есть два вида учета древесины. Это оперативный учет древесины, который непосредственно древесина, которая в лесосеке находится, и уже учет древесины на складах, когда древесина уже трилюется, вот как мы здесь видим на склады, там уже находится мастер, который непосредственно принимает эту древесину по сортам, по породам, по длинам. И эта вся информация на основании программы, которая находится в смартфонах, передается уже на базу. Заполнение накладных и контроль погрузки или отгрузки древесины. Теперь все процедуры документа оборота сосредоточены в одном смартфоне и делаются в несколько кликов. Программный комплекс не требует каких-то специальных навыков. Все достаточно быстро и удобно. Загрузили. Я в программу после этого вношу данные, которые там забиваю договор, все данные машины, кто перевозчик, водитель, фирма, отправитель, получатель, и оно в программе, эти данные сохраняются, и после чего я выношу на печать на термопринтер. Единая государственная автоматизированная система учета древесины связала между собой все службы лесохозяйственного комплекса. Как только, например, отгрузка в лесу завершена, в главное учреждение в режиме реального времени поступает вся информация о том, кто погрузил дерево, в каких объемах, куда будет отправлен груз. За год заготовки у нас производится, если взять все виды рубок, больше чем 200 тысяч кубов. То, что раньше мастера делали вручную на бумаге, записывали это все, сейчас уже это все производится автоматизировано. Работа по созданию единой государственной автоматизированной системы учета древесины была начата Министерством лесного хозяйства еще в 2017 году. Изучался имеющийся мировой опыт в этой сфере, на основе которого и родился свой программный продукт. Ожидается, что использование системы в скором времени станет обязательным для всех хозяйствующих субъектов при заготовке древесины на землях лесного фонда.